Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия, и сегодня у нас первый заказ по каталогу номер 14. Заказ небольшой, всего 102 балла, но очень много подарков в заказе и новинок. И давайте быстрее уже все смотреть, потому что я больше всего всегда жду этот день, когда курьер наконец-то привезет первый заказ. Вы также ждете? Или у вас еще нет скидки? У меня оформлен в Oriflame, напишите мне, я вам покажу, как что нужно делать, чтобы получать и вот такие подарки, и всевозможные ароматы, и стартовую программу. Итак, первое, у меня сумка, даже кейс, я бы так сказала, бокс такой. Смотрите, какая удобная сумочка для хранения. Кстати, можно использовать также для хранения вещей. Здесь все упаковано в красивую бумажечку. Потрясающий саквояж, с которым можно ходить просто на улице за покупками или в гости кому-то, носить продукцию удобно, демонстрации, чтобы делать. Я сейчас его полностью освобожу от всяких целлофанчиков, чтобы показать его во всей красе. Мне понравилось, потому что такая классная ручка. Выглядит он достаточно элегантно за счет того, что черная сочетается с золотом и молния. Обратите внимание, как классно сделана молния. То есть она идет по всему периметру, по трем стенкам, по боковым и по передней. Естественно, сзади уже нет этого. А внутри еще один отсек на молнии под сеткой. Тоже удобно сюда что-то положить небольшое, и будет видно, что там лежит. Внутри большая косметичка из сетки и много-много-много по периметру под резиночками, вот такие под кармашками на резиночках есть отсеки. То есть он большой, вместительный, и если хотите, можно брать так отдельно косметичку и с ней ходить. Почему я так тщательно демонстрирую этот продукт? Потому что многие из вас делали регистрации в прошлом каталоге, и если ваши новички разместили заказы в течение 21 дня с момента регистрации, то их баллы копятся вам как спонсорские, а вам лично нужно сделать 50 баллов, и тогда вы эти спонсорские баллы можете менять на подарки. Вот я уже взяла кейс, но тут еще большая ручка, которая цепляется как раз вот сюда, к верхней ручке, можно носить через плечо, но я скорее этим пользоваться не буду, потому что мне нравится вот так в руке носить хороший кейс. И вот такая большая вместительная косметичка, кстати, ее можно использовать и отдельно от этого кейса. Но согласитесь, приятно получить такой вот подарок, ну, за некоторую несложную работу, которую мы делаем. Итак, далее здесь тоже подарок по этой же акции, всего 1 рубль стоит. Представляете, как классно. То есть такая чисто символическая стоимость взимается, чтобы было. Ну, то есть как положено по законодательству, чтобы хотя бы 1 рубль стоила вещь. Так, а это сумка. И эту сумку я подарю своей дочери, потому что она студентка, и у нее постоянно такие большие форматы. Ей приходится носить, ну, сама она все раскроет ручки, не буду раскрывать. Покажу сумку вблизи. То есть материал, кстати, и у кейса, и у сумки черный под кожу. Под кожу материал очень. Большая сумка, за счет того, что такое дно вставка, я его расширила, огромный объем вместится в эту сумку. Очень здорово сделаны ручки, видите, как красивенько. Я так подниму чуть-чуть, все пленочки нужно снять. То есть так достаточно, как говорится, скромно, но со вкусом. Длинные ручки на плечо, и можно носить просто в руке. Я думаю, что она будет пищать от восторга, потому что она давно хотела такую сумку. Внутри один карман на молнии, а с другой стороны два подвесных кармашка, просто открытые, куда можно телефон положить или какую-то мелочевку. Смотрите, как здорово. И тот же самый элемент на вместо вот этого язычка нам привычного мы видим. Ой, какая прелесть. Все, супер, ребенок будет в восторге, я думаю. Так, заставлю немножко розы из маминого сада. Ну и теперь посмотрим основной заказ.
Как вы уже догадались, у меня в заказе, конечно же, есть наборы с черникой. И этот набор всего 299 рублей, я даже цену запомнила. Представьте, целая банка крема, который можно использовать и для лица, и для тела, с черникой. А черника очень круто омолаживает и увлажняет кожу. И вторая баночка — это крем для душа, здесь 200 миллилитров. А крем для душа тоже рекомендуется всем, у кого склонность к сухости есть у кожи. То есть если вы чувствуете, что там есть какая-то стянутость, кожа шелушится, особенно зимой, особенно на ногах, то вам только крем, потому что гель он не будет увлажнять, он просто очистит. А крем для душа он и очистит, и уже на этом этапе купания вам будет комфортно. То есть вы выйдете из душа или из ванны, и у вас не будет стянутость и дискомфорт. Я всем рекомендую этот набор, потому что он, во-первых, очень красивый. Если вы посмотрите, такой новогодний дизайн, снежинки, черника, все так красиво, белое, сиреневым цветом сочетается великолепно. И у меня таких наборчика два, один под заказ, один я взяла себе, и я планирую заказать еще несколько штук на праздники уже, когда будут спрашивать, а что-то дай на подарки, и я сразу достану просто наборчик и скажу, у меня есть кое-что классное. Так, далее я взяла со скидкой 50% сыворотку для лица NovAge. Я сейчас собрала комплекс, у меня получается крем для глаз, я взяла со скидкой 50%, потом крем ночной, сыворотка, и возможно возьму дневной крем, но скорее всего не буду, потому что серия обновляется, и я лучше потом закажу новую серию. Но так как уже начала собирать, решила, что хотя бы на ночь я лифт эксперт этот буду делать, чтобы усилить упругость контура, потому что эта серия Ultimate Lift, она влияет именно на то, чтобы подтянуть контур. У кого овал лица вот так, ну бывает, провисает там подбородок, круто работает эта серия, я на себе проверила. Хотя моя проблема — это носогубки, как это называется, усталое лицо, но и контур он все равно с возрастом провисает. Вот как ни крути, какая бы вы, да, какая бы ни были там ухоженная, классная, все равно идет немножечко обвисание силы притяжения. Поэтому лифт эксперт вам в помощь, очень круто помогает. Так, как официальному обозревателю мне прислали крем для тела. Это новинка аж 15-го каталога. Представляете, как здорово, что мы уже сможем с вами продегустировать то, что будет потом еще через 3 недели только. Как здорово! Аромат бесподобный. Я уже полистала каталог и посмотрела, что будет новый аромат Love Potion, и как раз вот, как же он правильно называется, не могу прочитать, так меленько написано и такими закорючками. Вот, посмотрите сами, запишу обязательно обзор, попробую крем для тела, как я люблю крема такие вот в бочонках. Ну, дизайн, конечно, очень красивый, это сочетание черного и такой глубокий, даже не знаю, какой цвет, он не сиреневый, не фиолетовый, такой спелый, глубоко спелая ягода, очень красиво. Взяла себе шампунь ромашка и авокадо. Я обычно беру два шампуня, один попроще, подешевле, второй какой-нибудь классный, дорогой. Сейчас мой любимчик — это серия Botanicals, Элио, конечно, и серия HairX. Несколько шампуней у меня тоже, вот прям я их чередую, чтобы не постоянно одним и тем же, а менять то одно, то другое. Но первый раз я смываю жир, грязь с волос, пыль всю, которая оседает за 2-3 дня, носки, прически, я смываю сначала каким-то простым шампунем, и мне нравится ромашка авокадо тем, что он увлажняет и ухаживает. То есть этот продукт мы рекомендуем для тех, у кого сухие волосы, поврежденные, окрашены, то есть они уже будут на первом этапе купания сразу смягчаться. Давайте сюда поставим. Так, та-дам! Это новый аромат Be Happy. Вот как раз мне сейчас очень нужно поднять настроение. Как вы видите, я себе поднимаю настроение яркими ногтями, яркой одеждой, ярким макияжем. Потому что, как вот вы меня спрашивали, как удается все время быть на позитиве. Если вдруг что-то произошло, что вас очень огорчает, то ищите какие-то способы, как
себя взбодрить и вдохновить. Итак, новый аромат, серия Feel Good, Be Happy, он так и называется, вдохновляющий. Открываю, у меня же руки трясутся, я забыла, что я его заказала, так долго ждала заказ, в воскресенье отправила и только в пятницу после обеда получила. Вот такая простая упаковка, у меня, кстати, из этой серии Feel Good есть сливовый аромат и теперь будет с апельсином, то есть такой сочный дерзкий цитрус. Этот аромат не стойкий, если у вас сразу вопрос, а он будет держаться часа три. Я его чувствую, даже может быть я его от себя меньше чувствую, потому мне хочется его усилить, но так как этот аромат он и не предполагает безумной стойкости, я от него этого и не жду. Я его с удовольствием использую. Кстати, сливовый я использовала, получается, два сезона, но не один он, конечно, у меня много ароматов и там еще половина, то есть они все равно бесконечные, поэтому я не экономлю, я просто когда хочу добавить вот эту бодрую нотку, я просто беру этот аромат и пользуюсь. Слушайте, как это красиво. И, кстати, вот эта здоровская идея, что вот как будто бы вот такой дым, цветной дым, запечатлели вот этот кусочек дыма. Ну, здорово. Кто-нибудь заказал себе такой аромат? Интересно, напишите в комментариях. Так, тушь. Тушь, и что-то еще нужно поискать. Ага, сейчас доберемся. Так, это тушь XXL, серия The One, моя любимая тушь. Вот просто со всей ответственностью заявляю, что эта тушь для моих ресниц самая-самая лучшая. Конечно, мне нравится тушь с эффектом удлинения. Мне нравится тушь со спиралевидной такой кисточкой, пушистой. Хотя я обычно предпочитаю силиконовые кисти, но именно вот эта тушь, такая вот как сверло она сделана, но мохнатенькая. Она мне очень нравится. И, конечно, самая любимая 5 в 1 или вот XXL 5 в 1. Даже вот это мне нравится почему-то больше. Хотя к ее кисточке мне пришлось приспосабливаться дольше, чем к обычной классической 5 в 1. Так, что-то я еще заказала. Как раз я заказала попробовать вот новую обновленную серию Ultimate Lift. Мне интересно, что будет по-другому. Я обязательно попробую и вам расскажу, чем эта серия будет отличаться от предыдущей. Я думаю, что даже с первого применения будет понятно, что наши ученые изменили в этой серии. А вы заказываете пробники, прежде чем что-то начать использовать? Так, этот крем для лица дневной, он получается у нас с миндалем и медом, аромат классный, у меня такой крем для рук, мне очень нравится, он такой густой, классный, это у меня заказала клиентка, он очень доступный, но несмотря на то, что он как бы, ну, из такой категории недорогих продуктов, он очень хорошо будет питать, увлажнять, и в зиму, конечно, я думаю, что он многим подойдет, особенно у кого вот кожа склонна вот к обезвоживанию, потому что сейчас начнется мороз, в помещении жара, отопление, где-то влажность повышенная, поэтому надо максимально сейчас заботиться о своей коже. Ну, конечно, я не устояла перед новинкой. В этом каталоге так много новых продуктов серии Giordani Gold, новые помады с эффектом металлик, новая тушь такой необычной кисточкой, новый хайлайтер в шариках бронзовый. Я выстояла перед всем, но перед новой тональной основой я не устояла, потому что, вы знаете, вот все-таки лицо и кожа лица для девушки, когда уже это не молодая девушка, да, взрослая девушка, самое главное, чтобы лицо сияло, чтобы лицо выглядело свежим, чтобы оно был ровный тон, чтобы был эффект вот светоотражающий, чтобы и увлажняла тональная основа. И вот в этой тональной основе с пребиотической сывороткой все сочетается. Я заказывала себе все пробники, все перепробовала, и все-таки я выбрала цвет ванильный. Ванильный, да, 27 на конце, хотя фарфоровый мне тоже очень понравился, он дал такую розовинку освежающую, но все-таки отличие шеи я заметила, когда полностью прокрыла лицо, все-таки шея белее, и поэтому я решила, что я лучше возьму ваниль, который по цвету самый светлый, а пудрой и румянами я доберу вот ту свежесть и сияние, которое мне нужно. Я в восторге от этой тональной основы, покажу вам, как выглядит флакон.
Все, мне очень нравится то, что она с дозатором. Я обожаю все продукты. О, какая крышечка! Я не знала даже, что здесь крышечка такая с золотистыми линиями. И эта тональная основа теперь займет почетное место на моем косметическом столике. Буду пользоваться и всем рекомендую побаловать себя. Так, что я еще взяла? Я, конечно же, не устояла перед новой коллекцией по уходу за ногами. И эти средства с мандарином и с имбирем. То есть здесь какие эффекты? И увлажняющие, ухаживающие, дезодорирующие, антибактериальные. То есть тут столько всего классного. Естественно, я заказала. Тем более, что я делаю уход за ногами, маникюр. Я делаю в домашних условиях, не обращаюсь к специалистам. А сейчас и не особо нет желания ходить по разным общественным местам. Поэтому дома удобно. Сидя перед монитором, то есть я включаю или музыку, или какой-то фильм, и делаю себе маникюр, педикюр сама. Кстати, в Oriflame мне дарили такой специальный, как же это называется, специальный инструмент для педикюра, то есть такой, как корыца электрическая, она с подогревом, там идет вибрация, пузырики. Поэтому я теперь буду брать одну крышечку вот этого средства, то есть здесь прям нужно вот так налить в крышечку, можно на глаз, ну не на глаз налить, а так примерно, и добавить в теплую ванночку, посидеть в ней, погрузить ножки, посидеть минут 10-15, ну сколько вам комфортно. Я обычно или включаю функцию подогрева, или рядом ставлю чайник с горячей водой и просто добавляю по чуть-чуть горячей воды, чтобы была температура всегда комфортная, такая горяченькая. Класс! Ой, как я люблю такие ароматы, вот когда ты чувствуешь, что никакой химикозности нет, а вот прям натурально, так классно. Ой, прям я имбирь чувствую. Я как-то мандарин не чувствую. Кстати, здесь так пузыречек сделан, что вот на серединке, вот с этой стороны, тут мягенько, то есть чтобы надавливать и выливать. Ой, попробую прям сегодня, хочу сделать себе такую ванночку. И следующий продукт — это крем для ног. А крем мы сразу потестируем, потому что это мой, и у нас есть такая возможность. Смотрите, дизайн классный, такой спокойный, приятный цвет. Беру немножечко крема, и, кстати, он прям крем, не гель, нормальный крем. И пробую на руке. Густой, такой хороший. А, такой классный аромат. Вот прям для зимы хорошо. Такой. Я обожаю имбирь, он такой согревающий. Слушайте, крем густой, вот то, что нужно прям для ног. Кстати, я иногда крема для ног использую и для рук. Когда вот у меня нет, например, под рукой крема для рук, я мажу ноги и тут же мажу руки этим же кремом, особенно на ночь, потому что они всегда такие густые и жирненькие, и эффект питания очень сильный дают. Ой, слушайте, как здорово. Я специально не мазала руки кремом сегодня, ну, утром только мазала. Тут такая сухая-сухая кожа. Немножко шершавая, а тут она прям вот вся сияет, вот это с кремом, если вам будет видно, посмотрите. Может быть, конечно, камера не передает этого, но я-то вижу. Хорошо впитался, но еще не до конца, то есть он такой прям жирненький, хороший, пусть впитывается. Ручки у меня чистые, продолжим. Сейчас идет какая-то специальная акция на сайте. Когда вы переходите на второй шаг заказа, то предлагается выбрать продукцию серии Optimals просто с гигантскими скидками. И я, конечно, взяла мицеллярную воду, потому что у меня сейчас много клиентов на мицеллярную воду, почему-то она стала так популярна. И специальный гель для очищения кожи, для комбинированной, для нормальной комбинированной кожи. Посмотрите, цены просто, я не знаю, ну просто смешные. Откуда такие цены берутся? Приятные. Вот, я взяла в запас, знаю, что меня это заберут. Так, этот продукт под заказ. Это специальный бальзам для увеличения губ. То есть вы наносите на чистые губы этот бальзам. Не буду открывать, потому что это для клиентки. И буквально практически сразу начинает такое покалывание, пощипывание. И губки становятся яркие, и визуально они становятся более объемными. Попробуйте. Тоже очень популярная штука. Многие любят такие вещи. Я в восторге. Смотрите.
Это специальное смягчающее средство. Я взяла 4. У меня уже 2 забирают. Я хотела все себе, но я себе еще закажу. 2 у меня заказали. Я просто не успела с клиентами поработать, а отправила заказ вот прям вот, ну, по минимуму, маленький пока. С апельсином. Он и выглядит как апельсин, такой оранжевый футляр. Хочу попробовать. На руку нанесу. Ай, как пахнет хорошо. И у меня теперь и аромат с апельсином, и смягчающее средство с апельсином, и крем с мандарином. То есть все такое цитрусовое, и начинает чувствоваться приближение Нового года, когда кругом будут вкуснейшие мандарины. Супер. Как я использую смягчающее средство? Вот буквально, начиная, если вот, да, сверху, я могу на глаза нанести. Я не часто, но иногда я делаю такие, как масочки на глаза смягчающие, потому что он очень хорошо напитывает кожу. Потом я наношу всегда на губы, практически в день 2-3 раза, или какой-то бальзам, или смягчающее средство. Локти. Каждый день, практически на ночь, я смазываю локоточки, потому что они грубеют быстрее всего. Мы часто, ну я, по крайней мере, часто сижу вот так на столе, облокотившись, то есть идет нагрузка на локти. Одежда их трет, потому что они самые выпирающие такие и подвержены вот этим вот как образованием, то есть накоплению мертвых клеточек. И у некоторых женщин, я даже видела, они такие коричневые, темные становятся. И если начать пользоваться каждый день смягчашкой, то это быстро проходит. Потом дальше спускаемся ниже. Кутикула. Не забывайте, что за кутикулой тоже нужно ухаживать. Я или беру специальное наше маслице для ногтей и кутикулы, или смягчающим средством. Тоже супер. Кстати, так здорово, если, например, бывает такое, я еду в транспорте где-то, я достаю смягчающее средство каким-нибудь с вкусным ароматом и начинаю делать себе вот кутикулу втирать. И все так нюхают, сидят, смотрят, потому что это тонкий аромат, натуральный. Опять же повторяю, в Oriflame нет таких химикозных неприятных ароматов, которые сразу как-то, ну, отталкивают. И он так идет по салону, все такие нюхают. А еще можно так носик смазывать, ну, как-то дает легкий антибактериальный эффект, увлажнение. То есть это тоже очень даже полезно. Пяточки, колени, ногти на ногах. Можно всю ступню на ногах промазать, если кожа очень сухая и грубая, особенно вот на большом пальчике и на пяточках, обычно самые такие грубые места. Вот, ну пожалуй, все. Так, деткам, конечно, берут с удовольствием. Не вытерпела, у меня столько кремов для рук, но когда я увидела, что выходит пряный мандарин, возвращается, я его заказала. У меня еще даже 2 мыла есть с прошлого года, я их прям даже не достаю, только их нюхаю и кладу в белье. А крем взяла, потому что я его просто очень люблю. И крема вот из этой серии, они по 75 миллилитров. Миллилитров, да? Правильно говорю? 75 миллилитров. Их удобно с собой носить, их удобно везде по дому расставить. У меня стоит на рабочем столе вот 2 крема сразу. У меня на кухне крем, в ванной крем, в спальне. К спальне у меня спа-маск для рук. То есть я их по всему дому расставляю, потому что у них расход не очень большой, но пользоваться ими приходится часто, чтобы ручки были ухоженные. И это еще не все. Мне прислали еще 2 продукта как официальному обозревателю. То есть первый будет обзор на крем, а далее новый стик, стойкие тени для глаз. Какой классный цвет вложили. Я в восторге. Я прям сделаю макияж с этим оттенком, потому что сейчас я с огромным удовольствием пользуюсь всеми теплыми оттенками. Меня осень очень вдохновляет. А здесь помада, та, которая будет в 15-м каталоге, супер матовая, супер стойкая. Коробочка красивая такая, фуксия, прям яркая-яркая. Сама помада прям не маленькая, то есть такой хороший стержень помады. О, боги, красный цвет. Я обожаю красные цвета. Мне, кстати, очень идет такая помада. Кстати, красный идет всем, но
надо, соответственно, накраситься, сделать причесочку и одеться. Конечно, под спортивную одежду, под домашнюю красный вряд ли подойдет. Запаха нет вообще. Или я запахи не чувствую. Такой тонкий-тонкий сладковатый аромат. Но он прям вот еле заметный. То есть я люблю, чтобы вот было ненавязчиво. Либо это должно пахнуть вкусненько какими-нибудь ягодками, клубничкой. Или вообще без запаха. А вот этот просто нежненький сладенький аромат. И это еще не все. У меня здесь целая коробка каталогов. Можно я их не буду доставать. Один покажу. 11 каталогов в коробке. Уже 15 номер с новинками. Сколько будет всего нового. И в самом-самом низу мне спрятали еще один подарок. Не совсем подарок, но практически. Открываю. Догадались уже, да, наверное, что здесь? Аккуратненько. В общем-то, можно не аккуратно открывать, потому что однозначно это я буду носить сама, никому не отдам. Так как я любитель таких вещей. Ого-го! Не ожидала. Я просто вот рукой прикоснулась. И говорю, я не ожидала, что это такое качество. Так, вы догадались, да? Кольцо. Кстати, интересно, кольцо подойдет? Да, кольцо можно носить на мизинчике. Шикарно. Это платок, который у нас идет по акции. Боже, какой красивый, какое качество, шикарное просто. Вот, смотрите, всякие мифические существа. И обратите внимание, какие цвета, потрясающие, красивые цвета. И этот платок может получить каждый, кто сделал в 13-м каталоге заказ на 50 баллов. И в 14-м делает заказ на 50, единовременный обязательно. И указывает код этого платка. Посмотрите, какое чудо. Давайте мы его примерим. Так, оп. Очень много обзоров на канале YouTube есть. Так, как одеть, чтобы микрофон не задеть? Вот так вот. Вот, то есть это платочек небольшой, но с которым можно много-много-много всего делать. И накручивать и на голову, и на шею. Слушайте, как красиво все сделано. Я люблю такие вот необычные орнаменты, так как я сама немножко рисую. Я просто, когда увидела эти картинки, я так вдохновилась. И, конечно, я сразу понимала, что у меня будет этот платок, без сомнений. Но кто вот не сделал в прошлом каталоге заказ на 50 баллов, конечно, может быть, даже вы сейчас немножко расстроитесь, то, что вы не постарались. Но это, конечно, бесподобно. Это прям картина. Супер. По-моему, теперь точно все. Да, и еще акцию, вложили акцию, но я думаю, вы про нее уже все знаете, потому что все только об этом и кричит, и Инстаграм, и все ТикТоки, и вообще все-все-все, что только можно, все чаты только кричат о том, что идет акция «Возьми свое». Ребята, возьмите свое, никому не отдавайте. Благодарю вас всех за внимание. Что вам больше всего понравилось? Напишите, мне так интересно ваше мнение. Что вы себе заказали из нового, из того, что вас вдохновило на то, чтобы взять для себя, побаловать себя. Я вам всем желаю чудесного каталога, успехов, счастья, здоровья. Берегите себя, любите себя, своих близких. Кстати, вы заметили, что нет в заказе wellness. Я просто в прострации, нету wellness на складе. У нас еще запас есть, но он ненадолго. Верните нам wellness. Срочно. Вот теперь точно все. Всего доброго. Пока-пока.